собрании Эрмитажа представлены многочисленные вещи, связанные с Петром Великим. Это и мемориальные предметы, которые принадлежали самому первому российскому императору, это и многочисленные произведения искусства. Сейчас в этом зале временно представлены два парных портрета. Петра I и Екатерины I, его жены, его самого близкого человека долгие годы его жизни. Катеринушка, друг мой сердешненький, здравствуй! Посылаю к тебе кружева. А понеже здесь славные кружева из всей Европы не делают без заказу. Пришли образец. Какие имена или гербы вон их делать? Друг мой сердешненький, особливо благодарствую за присланные кружева барабанские, которые я в целости получила. А что изволили вы ко мне писать, чтобы прислать образцы? И хотя я и не желала тем утрудить вашу милость, однако ж образец посылаю. И прошу против оного приказать, чтобы в кружевах были сделаны имена, ваше и мое, вместе связанные. Этих двух, казалось, очень разных людей на протяжении многих лет, почти двух десятилетий, связывали очень теплые чувства, чувства любви, преданности. Они были необходимы друг другу. Петр – человек очень жесткий, очень властный. В общении с Екатериной представал совершенно иным. Он был ласков, он был заботлив, он переживал тяжело разлуки с Екатериной. И Екатерина часто сопровождала его в военных походах и в различных путешествиях. Она была веселого нрава, она была хранительницей очага семейного, матерью его детей. Екатерина жила его жизнью, его интересами. И поэтому, наверное, так долго вот эти преданные ее отношения и помогали сохранять очень добрые, очень теплые взаимоотношения. При этом Екатерина справлялась как с ролью хранительницы домашнего очага, так и царицы. И как раз Натье показывает на своем портрете Екатерину как царицу, ее осанку, ее такой очень решительный взгляд. При этом он, конечно, идеализирует жену русского царя и показывает ее как даму с такой нежной, светящейся кожей, с очень изящными манерами. Екатерина таковой не была. Мы знаем о ее неблагородном происхождении, но я думаю, что она всячески старалась поддерживать вот этот образ для того, чтобы, опять же, поддержать своего царственного супруга. И Натье, художник, который писал портреты французского короля, представителей французской знати, он очень мастерски передает вот эти вот фактуры, блеск камней, мягкость горностая. И вот эту виртуозную живопись мы сейчас можем видеть вот во всем ее блеске благодаря проведенной комплексной реставрации. Смотрю, что вот не было этого заметно, понятно, когда портрет вот висел в экспозиции, на выставках. А при расчистке сколько утрат? А почему-то в основном они по периметру. Ну, можно так предположить, что так как заменены подрамники, оригинальные подрамники были достаточно слабые и слабо держали натяжку холста. И со временем, скорее всего, образовались какие-то деформации, фалды. Потом на местах вот этих вот появились какие-нибудь отставания, ну, и в процессе транспортировки, переноса могли быть повреждения, которые как раз и привели к таким серьезным утратам по периметру. Утрат было много, какие-то даже не читались на ультрафиолете, но хорошо прослеживались зато на рефлектографии. Ну и, конечно, процесс реставрации показал нам, что картина достаточно серьезно реставрировалась и в 18-м, и 19-м веке. И надо поблагодарить реставраторов того времени, потому что они сделали очень сложную работу с точки зрения технической реставрации. Вот были заделаны прорывы, да, вот здесь, над головой. А самый сложный участок, как мне кажется, изображение чуть выше брови, красочный слой и на груди, да. Кажется, здесь до реставрации все так благополучно выглядит. Зачем же начинать реставрацию? И, собственно говоря, ультрафиолет показывает, насколько большая работа была проведена предыдущими реставраторами для того, чтобы сохранить образ и ощущение от живописи. И в процессе, собственно говоря, оказалось, что на этих участках как раз самые серьезные повреждения
Ну, в первую очередь, потому что это самое светлое место. А тонировки на таких участках чаще всего со временем меняются, темнеют. Их очень сложно исполнить с точки зрения там, технических моментов. Но как раз вот во время тренировок я подглядел у художника, что у него такой слегка розоватый фон под телесной живописью. И сверху он уже аккуратно начинает писать более светлой, такой слегка желтоватой краской. И это создает такую вибрацию, такой вот эффект как раз легкой фарфоровости, может быть, так сказать. Да? И вот как раз я повторил один в один, как делал автор, и получилось сразу в точку. Подсмотрели. Я подсмотрел, да, вот видите, опять же. Портрет Екатерины I был написан в Гааге весной 1717 года, во время путешествия Петра Великого и Екатерины I в Европу. Дальше, в Париж, из Голландии Петр отправился уже один. Причем надо сказать, что в это время Петр вызывал огромный интерес европейцев, поскольку он был первым российским монархом, который отправился в Европу не во главе войска, а с дипломатическими целями. И вот как раз цели этого путешествия Петра Великого в первую очередь заключались в том, чтобы установить дипломатические контакты с разными европейскими государствами, чтобы нанять на российскую службу различных специалистов, в том числе и художников. Сохранилась переписка Петра Великого с Екатериной, которая позволяет нам узнать различные подробности этого их совместного путешествия. «Катеринушка, друг мой сердешненький, пришли мою портрету, что писал Мор, и свои обе, которую Мор, и другую, что француз писал. Француза-живописца Натье пришли сюда же». «Друг мой сердешненький, живописца Натье отправила я к вашей милости. И с ним портрет свой, который он писал». В Париже Петр заказал художнику Натье свой портрет в пару к портрету Екатерины I. Надо сказать, что портреты оказались настолько удачными, что их неоднократно копировали. И вот эти копии мог исполнять как сам Натье, так и другие художники. И вот тот самый подписанный и датированный самим Натье портрет Екатерины хранится у нас в Государственном Эрмитаже, и сейчас он перед вами. Такой же подписанный и датированный портрет, но уже Петра I, хранится сейчас в Мюнхене в резиденции. А вот копия с этого портрета, уже без подписи и без даты, хранится в Государственном Эрмитаже, и сейчас она находится перед вами. На протяжении многих лет исследователи творчества Натье проводили многочисленные исследования, связанные с этим портретом, и высказывали различные предположения по поводу его авторства. Ну, вот вопрос, который очень хотелось решить в связи с реставрацией, это вопрос авторства портрета Петра, потому что если портрет Екатерины, на нем есть подпись художника, поэтому он, в общем, никогда не вызывал сомнений, то портрет Петра без подписи Натье, и поэтому всегда возникали сомнения, и он у нас публикуется то, как работа самого Натье, то, как копия его. Ну, наверное, еще и потому, что вот я все время тоже сравниваю по каким-то деталям. Есть в Мюнхене, в резиденции, подписной и датированный портрет Петра. И вопрос только наш портрет. Кто сделал это повторение? Сам Натье или другой художник? Ну, мне кажется, реставрация как раз подтвердила то, что это все-таки, скорее всего, авторский повтор. Потому что технически, как автор подготавливал грунт портрета Екатерины или портрета Петра, чисто технологически все схоже. Холст идентичен. Моделировки деталей, фактура, как использовал ее художник при написании ткани, деталей одежды, она абсолютно схожа, и нет сомнений, что это одна рука. Результаты там исследований красочного слоя тоже, так скажем, подытожили все наши догадки в том, что это все-таки живопись того времени, и что это не копия, а это именно повтор. Авторский повтор. Да. Теперь, после проведенной комплексной реставрации, когда портрет освобожден от поздних записей, от потемневшего лака, мы видим его таким, каким его видел и Петр. И мастерство, с которым исполнено это произведение, свидетельствует в пользу того, что это работа самого Натье, а не копия, сделанная другим художником. Натье изображает Петра так, как он изображал французского короля, знаменитых французских полководцев.
И выбор вот такой композиции, он, конечно же, не случайен. Ведь портрет написан во время путешествия Петра в 1717 году, когда русский царь приезжает в Европу как триумфатор, победитель Карла XII. Это время, когда уже свершилась Полтавская баталия и много других важных побед в Северной войне. И именно таким триумфатором, рыцарем, победителем изображает художник русского правителя. Под стать ему изображена и царица. Она восседает на троне в горностаевой мантии, в роскошном платье с орденом святой Екатерины, который был учрежден Петром именно в честь своей супруги. В 1713 году он учреждает орден святой Екатерины, который при его жизни получила только одна женщина, только русская царица. Этот орден был учрежден в честь тяжелого прудского похода, во время которого Екатерина сопровождала Петра и проявила стойкость, мужество. И по легенде она даже отдала на подкуп турецкого главнокомандующего все свои сокровища, что помогло заключить перемирие. Во всех наших трудах любезнейшая государыня императрица Екатерина была великою помощницею, даже участвовала, отложа немощь женскую, во многих походах и военных действиях ободряла нас и все войско наше. После того, как портреты Натье были перевезены в Россию, их неоднократно перемещали. Известно, что до 1850 года парные портреты хранились в Императорской академии художеств. Позже они были переданы в Императорский Эрмитаж и были размещены в Романовской галерее, где были собраны портреты членов императорской династии Романовых. Позже они украшали один из залов Большого Царскосельского дворца. В 1931 году они были переданы в Государственную Третьяковскую галерею, а вот уже с 1947 года они пополнили коллекцию Государственного Эрмитажа. Надо сказать, что портреты Натье сейчас очень популярны. Они участвуют в многочисленных выездных выставках Государственного Эрмитажа, ими украшают различные каталоги, афиши и выставочные буклеты.